Друзья, всем привет! Ну что, сегодня будет уникальная, необычная и даже какая-то шокирующая рыбалка. Я впервые на ней, я думаю, будет интересно. Погнали, буду все подробно рассказывать, показывать и надеюсь, что-то поймаю. Но такой рыбалки у меня еще не было. Надеюсь, не будет. Ну, сейчас собираюсь, поставил машину вот здесь в леске. Местные жители тоже приезжают, ставят здесь. Вот. И заодно хотел бы вам порекомендовать очень такую полезную штуку, особенно в зимний период. Зимой автомобили сталкиваются с некоторыми проблемами, одна из которых – это холодные запуски. Изделие «Автотепло» позволяет сохранить тепло двигателя до 4-5 часов и уменьшить время прогрева в 2 раза. Тем самым ресурс двигателя сохраняется, количество холодных запусков уменьшается. Тем самым мы экономим топливо до 20%. То есть за сезон это изделие у вас окупится за счет экономии топлива. Сейчас существует много различных подделок из стекловаты, которые значительно уступают изделию «Автотеплу» по безопасности и теплосбережению. Здесь есть все необходимые сертификаты, он не горит, он выполнен из экологически чистых материалов. Друзья, на сайте автотепло.org вы можете заказать изделие со скидкой 20% по промокоду «Сибирь» или «Сибиря». А также можете посмотреть на карте, где они продаются в вашем городе, либо рядом с вами. Ссылка в описании. Так, ну что, друзья, деревенский водоем. Справа от меня миляк с коряжником. Слева тоже коряжник, но немножко поглубже. Наверное, оттуда и начну. Здесь мой товарищ Максим, который мне поможет ловить эту странную рыбу. Вот, я надеюсь, все получится у нас. Вот в этой стороне очень много коряжника и, как вы видите, очень много народу. Все сидят, даже где-то я палатку видел здесь. Ну, наверное, клюет. Ой, дальше там, там, дальше он еще больше коряк. Ну ладно, мы начнем здесь, а там посмотрим, что в толпу лезть. Мы и свою рыбу найдем. Вот здесь вот начинается, в месте, где я стою, вот первые вот такие вот коряги, которые идут прям из льда, выступает, и начинается коряжник. Максим тут у нас рыбачит уже с утра. Макс, есть поклевки? Были. Это радует. Радует. Чем прикармливаем? На что ловим? Ловим? Ну, я вот такую вот штуку замутил. Кусок печени и блесенку вот такую. А чья печень? Печень говяжья. И ну, клюет, да? Ну, поклевывал. Ну, не берет, но тычки были. Ротан — рыба необычная, ну, вообще питается там мясом, рыбой. Вот, и, соответственно, его в основном здесь все и прикармливают. Фаршем, там, кто чем. Кто мясо использует, кто печень, кто легкие. В общем, хватает он все подряд, что движется, либо не движется, либо просто пахнет. В общем, взял я с собой фарша. Вот. Взял немножко вот куриной вот этой вот шкуры, которую буду насаживать. Вот. Но фарш не простой, не просто куриный. А нужно его сделать максимально эффективным, добавить сюда кровь. Я Макса попросил взять кровь, он человек с, это, деревенский, из деревни. Вот. Макс, кровь есть? Со всех, с кого мог. Как думаешь, похоже на то? Слушай, ну выглядит вообще так себе, конечно. Это твоя или не твоя кровь? Ну, давай не будем пока рассказывать. Неважно. Ну, ты скажи, у тебя 2+ или какая у тебя? Я не помню, если честно. А, ты не знаешь, какая у тебя кровь? Я никогда не заморачивался этим. Да? Ну, в общем, вот такая вот она примерно. Так, и мы, получается, мешаем фарш с кровью. Да. И ротан со всего водоема к нам только придет. Да, да, да. О! Так, и добавляем? Конечно.
Смотри, какая вкуснятина. О, оставь себе. Чуть-чуть. Так, и это все начинаем мешать. Блин, это можно, да, руками? Ты ничего? Ты не против? Ребята, я не знаю, насколько это аппетитно выглядит в экране, но по-другому никак. Вот. Надо чем-то жертвовать, Андрей. Да, ради рыбалки можно пожертвовать и собственной кровью. Все, вот такая вот у нас получилась прикормка. Вот это любит ротан. Вот, а ловить будем на шкуру. Вот я взял в пакетике чуть-чуть шкуры, будем насаживать. Сорока учуяла запах мяса, крови. Занял вот здесь такую вот территорию и поставил так называемые кресты. Это у нас в Сибири такие снасти, типа жерлиц. В общем, когда, ну там, оснастка, крючок, и когда рыба клюет, она вот так вот его прокидывает, ну и начинается, короче, сама подсекается, вот так вот дергается. И как бы рыбак видит это и реагирует. Вот, у меня тоже такие есть, тоже поставлю. Макс вот здесь ловит, а я, наверное, вот здесь в корягах попробую. Мне кажется, он такой зверь, любит коряжники. Поэтому вот здесь вот рядом, смотрю, местные, это вот бурили. Вот видите, все избурено. Надо здесь поставить. Сначала поставлю, наверное, кресты. А потом буду ловить уже на обычную снасть. Ого, лед-то здесь какой. Фига себе. Эти кресты я делал для ловли карася. У нас по весне вот предпочитают на эти виды снасти ловить в некоторых водоемах. Вот. Ну вот сейчас используются и на ротана. Крючок довольно-таки крупный. Ротан, пасть здоровая, заглатывает глубоко. Вот, то есть я, ну, вот вообще снасть, вот так вот поворачивается, ставится, получается, вот, вот этим местом, где у меня идет душка, вот, и в лунку. И он вот так вот лежит. При поклевках он сам засекается, потому что ротан, ну, как окунь, глотает сразу же. Вот, и он покажет поклевку. Вот. Ну, не знаю, блин, все первый раз пробую, посмотрим. Так, вот я нашел глубину. И мне нужно, получается, оторвать на раз, два, пусть будет три, чтобы он видел издалека. Вот. И достаем червей. Червь, он что хорошо, в отличие от куриной шкуры, хотя куриная шкура считается здесь лучшая приманка, но для стационарной снасти это лучше всего, потому что идет движение в воде, что ротан очень любит. Вот, и вот так вот просто устанавливаю вот здесь вот, как-то вот так вот, чтобы он вот сработал. Все, иду дальше. Я сейчас поставлю вот здесь по коряжнику и буду сдалека наблюдать, потому что где находится ротан, непонятно. Вот, ну и заодно вот Макс тут пробует, там будем переставляться, пробовать, в общем, все увидите. Погнали. А, еще нужно, наверное, прикормить это место. Блин, вот это приходится руками все. Вот так вот чуть-чуть фаршем. И он будет потихоньку падать, падать, падать. О, видите, муть какая создается. И приманится. Фу. Вот коряга, и вокруг разбурено. Значит, он здесь трется, правильно? Пошел, да, вот он взять. Давай. Ты, я тоже попробую здесь сейчас. Черпать вот так, что ли. Черпак не взял. О, муть пошла. Так. Червячка. Можно. У меня что еще есть? У меня есть курица. Ну, шкура. Ну, вот пока на живую насадку. Кстати, можно будет комбинировать для запаха шкуру куриную, для движения червя. Как это приятно, а? Блин. Вот так вот. И попробуем половить. Блин, капец. Все руки жирные. Ужас.
Опа, есть, ребята. Прикиньте, поймал. Ой, Макс тоже тащит. А, вот он первый. Ребят, вот он первый зверь. Первый мой ротан в жизни. Макс тоже поймал. Друзья, это непередаваемые эмоции, когда что-то в жизни у тебя происходит первый раз. Это круто. Я столько читал, смотрел. Особенно понравилось подводные съемки Сорокина, где вот эти вот атаки ротана. Супер, супер. Я даже не понял, просто его, блин, подтек. Он из лунки выскочил. Вот он какой. Вот он какой зверь. Вот он какой. Вот он такой. Небольшой, но, говорят, вкусный. Супер. Вот я попробую постараюсь найти, конечно, покрупнее. Вот такая вот у нее здоровая пасть. Вот такой вот красавец. Плавники. Вообще необычная рыба, башка, живот. Супер, супер. Кстати, я хочу детям принести одного ротанчика в аквариум запустить, и чтобы он жил. Говорят, они очень хорошо выживают. И даже если их заморозить, и потом разморозить, через пару лет они оживают. Просто блесенку поставил и вот кусок этого мяса. Он даже не засекся, потому что здесь все запуталось, и крючки даже скрылись за этой кожей. Надо будет, кстати, контролировать. А как контролируешь? Никак. Она же там крутится, вертится. В общем, продолжаю. Клюет, да? Щелкнет, щелкнет. То просто по чуть-чуть пожевывает. Интересно. Еще не привычно, азартно. Глубина не... Ой, прикормил фаршем. Да, ребята. Вот так вот выглядит эта рыбалка. Вот этот дед сидит, поймал 5 штук уже. Тоже на блесну и шкуру. О, 6. Или это блесна такая? А, это блесна. Нифига себе, ну ты прям вообще это... Раздача. Рыболов-спортсмен, протанул. Да. О, какие, блин, вообще. Это откуда? О, на живца можно ставить, кстати. Вот этого? Да. А что, вон тот заглотит вот этого запросто. Да. Там морда. Что, рулит? Да, курица. Одинаково, что сало, что печь. Да. Просто останавливает, сжимает, да? Да, и по зубам. То ли он с краешку сала берет, то ли что. Мелкий, наверное. Не знаю. Оп. Вот тот. Забавный. Зверь, да? Вообще, сало уже просто вата. Но сало лучше держится. Главное, чтобы нам на обед сала хватило. Хватит, хватит. Они его не сбивают. Я вот... Блин, по-моему, крест сработал у меня. О, видали? Ху-ху. Ничего себе, надо идти проверить. Такие рыбаки ходят здесь. Местные. Аборигены. Иду, короче, проверять. Вот у меня крест один сработал. А здесь он еще один сработал. Вот этот тоже нырнул потихонечку такой. Пытался убежать. О, сидит, 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 сидит. Опа. Вот это уже монстр. Смотрите. Вот это уже трофей. Червя все-таки захотел, а? Слушайте, ну кресты я хотел собрать, а смотрите, они ловят. Значит, надо оставить. Ух.
О, нифига, задергался крест-то. Смотри, смотри, смотри. При мне клюет. Вот это да. Он даже не мог его прокинуть, мелкий. Отдай червя. Смотрите, он червя уже заглотил просто. Дай червя, отдай. Ох, какой мощный. Ну, уже в глотке. Слушайте, ну я не буду снимать кресты. Пусть работает же. Значит. В общем, кресты работают. Двух снял, один сошел. Вообще четко. Вот сейчас уже оборачиваюсь, потому что может клюнуть. Ну и решил два снять там, где не клевало. И вот поставить сейчас вот здесь, вот рядом с местом, где буду рыбачить. Макс поймал настоящего монстра. В прямом и переносном смысле. Просто бомбическая рыба. Вот это... Смотри, какой ужасный он. Это жесть. Это что за монстр такой? Да смотри, что у него в пасти. А что у него в пасти? Зубы какие прикольные. Смотри. Нифига, слушай, он реально прям хищник. Ну, так он таким хлебалом может, я не знаю, хоть кого сожрать. Офигеть. Вот я говорю, надо было мелких насаживать на живца. Ребят, смотри, какой живот. Сколько он здесь всего этого пожрал-то? И тут и фарш, и курицы. Подошли на кровь подошли. Да. Я дал лунке отдохнуть, подошел и сразу. Да вот. Правильно, ты столько этих крови сюда налил литрами. Да. Чьей-то крови льешь. Чья была, ты лил. Короче, Макс, так как подготовился заранее, наготовил крови, ну и ловит соответствующим образом, не то что я. На стоячку у меня не очень получается, а вот крест вот сработал. Пойду проверю. Вроде не бьется. Уж сошел. Только что прям сработал. Поесть. Ух, это что такое вообще? Это что за перхоть? Ладно, в аквариум пойдет. Детишки будут довольны. Фига, он уже заглатывать стал. Все, норм. Какой-то покусанный, видать, его ротан. Уже какой-то подъедал. Мы берем все размеры, потому что Максим будет расселять, ну, заселяет какое-то озеро. Он там и окуней запускает, и карасиков, и будет запускать ротанов. Поэтому берем все размеры. А вообще тут берут всяких, потому что кто консервы делает, кто жарит, говорят, очень вкусная рыба, мясо белое, как у трески. В общем, друзья, у нас пошел небольшой снег. Классно. Ну, как, в принципе, обещали. Сейчас я гляну быстренько. Кресты. Нет, кресты вроде... Вроде так, а где я ставил-то, блин? Здесь я ставил. Здесь нету. Не знаю, кто-то... Слушай, в основном мнение про рыбалку, типа, мне не понравилось. Ну, то есть... Потому что ничего не поймали. Нет, даже... Клюет, да? Ну, чекается, да. Мажет. Ну, то ли атака на сало, но сильно большой космал. Ты смотри, а. Вот сало, да, четко за верхнюю губу, короче, и кусок сала тройника, понял? Ага. Прикольно. Не, даже поймали, просто говорят, рыбалка неинтересная, я не знаю. Мне, по мне, так интереснее, чем на окуня даже. Вот такой вот пришел все-таки на кровь. На кровь. Оп. Да, интересная рыба, вообще необычная. Но говорят, что водоемы погибают из-за него. Он сжирает все. Всего малька, икру и прочее. Но вот здесь вот в этом озере карась есть. Видимо, он спит и особо ротан ему не мешает.
Снегопад прям пошел. Ветра нет, тихо, вообще супер сегодня. Погода обалденная. У Макса крестик тоже сработал. Только поставил, да? Вот тот. Слушай, смотри, он смог это перевернуть-то. Да. То он не тяжеловатый у тебя? Да, друзья, вот вроде рыбка небольшая такая, казалось бы, какой-то бычок. Нет, клюет, интересно, там что-то подсекаешь, кресты срабатывают. Особенно, мне кажется, классно в Лухозиме, когда обычно на водоемах даже окунька замучишься там ловить. А здесь хоп-хоп-хоп, клюет. Опа, есть. Вот он, зверь. Зверюка. Да, где есть, он сразу берет. О, какой пузан. Так. Что еще есть? Что-нибудь, кто-нибудь там? Ух ты! Вот это да! Смотри, в траве. Какой монстр, а? Вот это да, ребята, вообще, смотрите. Просто конь. Здесь трава, блин. И он тут, блин, прятался. О, хитрец-то. Уже два. Мелковатый, да? Ну, вот такой вот весь. Ну, я говорю, мелковатый. Больших на один только он там, грамм под 100, наверное. И сразу, по первому льду-то я приезжал, здесь хорошие были. Да? Будем, прям, такие... Нифига себе. Ну, по первому льду он всегда хорошо вот. Берет. Часто уже... Только в этом, притирку вылазил. Нифига себе. Да, здорово, тебе прикабаны. И на чё? А на сало я ловил. Тоже на сало? Да. Вот думаю, если живца тут поставить карасиков, может будут эти здоровые клевать? Да черт его знает, не знаю его, ну как, живет. Сейчас камеру поставлю вот здесь вот. Поставлю крест и камеру. Здесь трава, прикольно, мне кажется, будет. Вот один, а второй вот здесь был сейчас. Вот у меня червь. Они почему-то твари реагируют на... Груз, вот еще один. Смотри, сколько их здесь. Ё-моё. Офигеть. Ой, блин, трое цепляется. Ну. В кустах он не может. Откусил кусок. Не, не мимо, а за кончик схватил. Опа, сидит. Прикинь. Опа. Ну. Он, я опустил, и он сразу же ротан. О, подходит. О, сейчас атакует, смотрите. В прямом эфире. О, заглатывает, заглатывает, заглатывает. Опа. Он, прикинь, хватает за кончик и заглатывает его так хоп-хоп-хоп медленно. Слышите, это вообще это прикол. Просто прикольная рыбалка, Макс. Вообще супер. Ого, идет. Но это мелкий. Мелкий. Вот он. Блин, в траве здесь вообще нормально. Опа, взял. Так, ждем. Крючок еще не загласил. А, застрял червяк. Давайте поможем ему. Так, давай, крючок, заглатывай. Заглатывай. Оп, можно. Блин, чуть-чуть не дождался.
Так, о, еще один, смотрите, один за другим. Этот куст вот этот мешает, конечно. Он видал? Он. О, взял. Оп, есть. Для расселения пойдет такой, правильно? Конечно. Да, прикольная, ребята, рыбалка. Заглатывает просто в гланды. Кстати, в комментариях будут Макс писать, какое нафиг расселение, ты убьешь водоем. Зачем тебе ротаны там? Обычно ротан убивает все живое. А ты наоборот хочешь прорядить, что ли, водоем? Вот крест работал. О, хорошо тащило-то. Опа! Опа! Зереж! О, заглотил-то! Вообще! Супер! Так, больше, по-моему, нет сработок. Но Макс говорит, что не всем рыбалка заходит. Не всем нравится. Наверное, просто, наверное, поймать не могут. Тоже тут много особенностей. Фарш, там, курица. Вот, поискать надо, походить. Да и уже глухозимье, считай. Опа, тут сидит, не сработало, сидит. Вот так вот. Опа, тоже сидит. Опа. Вообще тут даже жопу просто заглотил. Кресты работают. Пойду поставлю рядом с собой, а то ходить. Только время терять сюда. Там тоже клюет. Неплохо причем. Ребята, это кони вообще. Опа. Смотрите, какой здоровый. Так. Есть. О! Черный. Я прям видел его. Слушай, ну так, это да? Лунка вообще раздает. Да. Надо. Заберу? Да-да, я тебе всех отдам в итоге. На расселение? Я... Да-да. Возьмешь самого крупного? Да, только одного. Возьму. Короче, вот камера стоит, где я вот здесь вокруг еще решил наставить в тине, прям в самый. В самой тине. Он, по-моему, походу здесь в траве весь и стоит. Ну, не весь, но нормальная концентрация. С одной лунки штук 7 его поймал там. Так, сейчас глубину выставим. Ну, чтобы стояли поживее черви. Вот, насаживаю вот так вот поперек просто, и все, и он там плавает себе. Крест у меня сделан вот из двух дощечек, прикреплены они просто каким-то болтом. Сейчас. Вот здесь вот у меня болтик стоит насквозь, вот, и гайка сама контрящая. Вот на фиксируется леска на двух саморезах. Здесь установлена у меня, как она называется, изоляция для того, чтобы не перетиралась. Вот. И вот здесь у меня пенопласт наклеен, чтобы крючок втыкать, когда сматываю. И все, он либо складывается вот так вот, переносится вот такому, то есть вообще минимум места. Поперек вот так вот раздвигается, когда надо. Вот здесь вот находится душка, через нее проводится петля, через которую вот он и переворачивает. Ну и покрасил я такой вот краской яркой, чтобы видно было, и зеленый.
Поставил. Слышу, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Обьется деревяшка об лед. Короче, вот такая картина получилась. Вот так вот расставил я кресты рядом с собой. Все тут рядышком находится. Камера вот здесь вот пишет поклевки. Вот. Самая, кстати, удачная лунка вот здесь. Надо будет, кстати, вот здесь побурить и на мормышку половить еще рядом. Ну, в общем, вот так вот рыбачу. Кресты передо мной, все вижу, любое движение, даже если чуть-чуть дернулся, все, можно идти и подсекать, потому что не каждый ротан может перевернуть этого самого крест. Вот. Макс, смотрю, пошел за дровами, я думал, мы в лес пойдем, дрова, ну, костер сжечь, он говорит, не, я говорю, дрова сейчас сюда принесу и здесь будем сало жарить. Сало то же самое, которое вот здесь используется. Да. Ну, а знаешь, зачем он нужен? Потом на море сейчас встанет и висеть, в море. Можно на живца нащупать. А, их? Да. А сейчас бери, я у меня ящик, сейчас на котель живу. Они же подвал как? Спущу, и они... Да говорят, так замораживаешь, потом раз, а они оттаивают и живут. Я вот так, вот таких мелких не беру, у меня там есть где пазы. Таких поймали буквально, это сколько, 3 дня назад? Ну. Вот такие вот, несколько штук, вот, не знаю, 2 десятка, наверное, таких. Для китайцев, кстати, это деликатес считается. Так они их ловят, и они вот тоже эти ставят жилицы, как мы. Вы это жилицы же ставите? Ну да, да, это кресты. Самоловка. А что, он заглатывает и все. И стоит там? Ну она, да, вертикально встает. Ух, у вас их. Знаете, вот что, а я-то думал, вы под воду смотрите. Видите, мы под воду тоже смотрим. Ну как, есть там рыба, нет? Гад, прикиньте, с травой прям ест. Червь, видимо, в траве где-то был. Прям с травой фигачит. О, в глотке. Вот столько я поймал до обеда. Блин, тут, наверное, 52, наверное, уже. Но он мелковатый, но такие есть жирные кабаны. Нормально вообще, супер. Я доволен. Вот он уже сидит. Вот так. Я за 2 дня приведу на столбик голову. Думаю, нахрен они мне нужны, так говорю. Там вообще лук, я не знаю, что не ломается. Отклюет, а крест не переворачивает. Вот просто сломал. Я мечтаю, вот, я меня наживка с кулак. Ну вот говорят, с это, по первому льду прям говорят, прям вот он крупный идет. А сейчас. По первому, вот у палатки вещи. Вот на этом месте стояло 3 дня китаец. Вот таких вот, десяток, наверное. Десят? Там вот один так вообще вот. А вот, на вот. Что он насаживал? Я не спрашивал ничего. У него просто вот такая ванночка. И они лежат у них. Нифига себе. И они ни тайну не кроют. Они, я как-то не подходил, они говорят, на, вот ты вот с этого. А там прикормыш, знаешь, какое-то, как мотылевая наша вот прикормка такая красная, знаешь, ну вот. А, сухая вот эта. Сухая, вот, херабуна. Да, они это, и вот из нее комочек. А-а-а, ничего себе, вот это, да. И из нее. Опа! Опа! Вот они такие. В траве стоит тут. Хитрец. Отдай червя. Уже червя-то кусок. Подходит. Прям в онлайн эфире. Онлайн-рыбалка. Да. Тебе стримить надо уже на ротане. На ротане, кстати, можно, да. Типа, под
пацаны, а спорим, я на колбасу поймаю? Ну вот, ребята, сходил, называется, за ящиком. Два снял. Нормально, веселая рыбалка. Сейчас мы пообедаем, вообще будет хорошо. Но говорят, что плохо сегодня клюет. Мы, значит, молодцы. Мне кажется, у тебя кресты просто не может перевернуть. Они очень тяжелые. Может быть. Я как бы уже подходил, Олег. Я поймал. Мне уже нравится. Ну ты посмотри, ну приятно же. Да. Эти животные поедут жить в другой водоем. Ребята, рыбалка идет полным ходом. Особенно на фоне того, что другие поймать что-то не могут. Один подошел к нам посмотреть. Мы потому что тут руками-то машем нормально. И один пришел, второй. На что? Не знаю, может мы с местом просто угадали. Может вот эта кровь. Тебе сказать секрет? Макса кровь, кстати, работает. А что, ты расскажешь, чья кровь-то в итоге? Ну, пусть будет собачья. Я не пожалел даже собачку одну. Маленько ее вспорол. Ну, шучу. Не слушайте, он обманывает. А то мой канал пострадает в итоге. Это была свинина, потом говядина и немного жижи с печени. Я все это все так смог вытянуть. Вытащить все это в баночку, собрать. Я как ты собирал кровь? Ты из мяса? Да, говядину я тушу разделал, то есть я взял ляжку, я ее разделал, снес стекло. Потом я взял для собак ляжку, заднюю свинину. Когда свинью убивают, внутри запекается кровь. И вчера я ложкой, ножом выколупывал эту кровь, запекшуюся специально. Потому что это, ну, самое то, что надо. Все. Все нормально. Все. И, кстати, блин, работает. Работает. Фарш добавляем, остатки. Ох, руки все пропахли фаршем, капец. Опа. Слушай, мы вообще поймали хорошо. Полкана почти. Не маленькие ли кусочки? Ты, когда пожарится, ты увидишь, что это было в тему. Их можно всегда порезать. Во. Как тебе? Нормально. Как? Нормально. Так. Надо как-то зафиксировать еще, чтобы... Сейчас все будет. 100 раз так делал. Так, сейчас я палку себе тоже сниму. Зъебывает мамонт на зиму. Зимой? В нашей ямке, да? Снежики, мотособаки. Так, ну что, мы насытились рыбалки, пора насытиться и другими вещами. Разожгли костерчик здесь на льду прям. Сейчас достали колбаска, сыр у меня там, вон, сало Макс достал. Ну и дальше посмотрим на кресты. Нет-нет, да клюнет. Кстати, клев стих как будто, да? Обед. Обед. Нормально. Но не у ротана, видимо. Да, крупняка бы поймать. Вот это было бы хорошо. Потому что говорят, что здесь ловятся и на 700 грамм, и на полкилограмма такие прямо. Ну, как всегда, это вчера и завтра. Но мы сегодня свою взяли. Так, шишечка не шевелится. Сейчас зашевелим. Ой. Опа. 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 Это уже красиво начинается. Ух, ребята, блин. И запах пошел вон туда, на рыбаков, на тех, которых не клюет. Прикинь, вот она зажарить, интересно. Попробуй. Ох, какой, ё-моё. Вот это бонус. Вот это бонус уже. Конечно, не как китайцы ловят. Ну... Блин, тут уже вообще просто сопли от червя остались. Смотри, не сработал нифига. Надо как-то вот его... Что, ребят, я не знаю, как показать, чтобы оказался он, конечно, крупнее, но... Ладно, покажу вот так. Просто зверь с пастью, зубы втыкаются в кожу. Вообще супер. Ну и расцветка такая какая-то непонятная. Но на подводной, подводной камере его почти не видно вообще. То есть он так подкрадывается незаметно среди этих всех веток, кустов, травы.
Так, вот моя колбаска подошла. Ну что, начинаем обедать? А что, потом это? Кого? Ротана зажарим. Конечно. А что делать? Аппетитно гуляли. Даже не сало, а мясо, да, больше? Ну, ротану нравится, и нам тоже заходит. Да. Может, им ротану надо это, жареное? Ну, крупняков. Как вариант. Крупняков. Ну. После обеда он сейчас запах почувствовал, где-то там ползает. Заметил, сюда сместились они? Ближе, да. Они все там были. Да, да. Дал 1,9 фонарчик. А-а-а. Вообще, там кайфово, чтобы вывозить. Что, надо обновить червей, а здесь сидит. Вот тебе и обновил червей. Вон в глотке, просто в глотке. Так, ну постараюсь аккуратненько. Тоже сидит? О, крупненький у тебя. О, смотри, здесь потащило, Макс, вот это потащило сейчас. О, видал? На здоровую рыбу. Идет, да? Охренеть. Нифига втыкается, как в кожу. Да. Вот и пошли кабаны. Блин, воткнулся. Вот и... А, причем хороший. Печень, прикинь. На печень? Печень огромный кусок. Нифига. Просто смотри, как он его сожрал. Ага. Вот как теперь доставать? Что вот теперь делать? Чу, Макса кресты, они как бы на карася рассчитаны, на крупного. Вот. И он, ну, ротанчик маленький, не всегда его, ну, как бы переворачивать. А этот сейчас прям просто так, как давай биться. Я говорю, Макс, крест. Это супер. Вот пообедали, и рыба пошла. Сейчас, короче, меняю червей. О, не понял, был крест, нет креста. Я его аж утащил куда. Опа, вот он, травяной. Сработка. Вот это. Опа, вот он. Только отошел. Побегать приходится. Хорошо работает лунка. Этот крест сейчас вставал. Опа, вот он. Вот он. И в глотке. Тупо в глотке. Кабаневский. Ой, там сработка вон, где камера стоит. Только что заменил крючок. Сразу сработало. Вот он. Есть, сидит. Опа. Я в камеру видел, что он сидит. Аккуратно надо вытаскивать из пасти, потому что у него зубы капец острые. Он этого червя просто разрывает. Ох, как хорошо червяк шевелится. Вот поэтому и эффективность от крестов, что несколько мест облавливаешь. И шевелится. Вот такие ротаны. Небольшие, конечно, не матерые, но классно. Поклевки, сработки, все супер. Рыбалка очень похожа на ловлю на жерлице. То же самое, смотришь, так осматриваешь территорию, раз, хоп, сработка. Побежал, чик проверять. То есть, блин. Мне интересно, я люблю на жерлице ловить. И здесь практически то же самое. Вообще интересно. Я вот думаю, если вот интересно живца маленького наловить и прям на жерлице половить ротана, мне кажется, это будет еще более интересно.
Тут прям сейчас сработка за сработкой идет, прям нормально. Так, решил на мормышку поставить червя. Попробовать половить. Таким образом. Так, траву что ли еще разбурить? Ух ты! Ху-ху! Мормышка с червем. Я что-то поклевку не видел, смотрю на кресты. А он тут. Как тут. Опа, решил добавить червя, он тут сидит. Перевернуть крест не может. Ладно, червя все равно добавим. Смотри, и здесь сидит, а? Я уж сразу с тазиком хожу, собираю их. Просто хотел насадить червя. Блин, а? Ну да, с водой пулькан. Вымрет твое озеро. Кстати, подмораживать стало, пальцы начали ощущать. Работка. Опа, есть. Ух, заглотил. Нельзя оставить ни на секунду. Заглатывать. Так, ну что, рыбалка продолжается. Народ потихоньку так домой расходится. Что-то как-то не особо народ половил. Вот. Вороны прилетели, сороки. Едят тут забытый фарш. Вот у Макса кресты мощные, они не могут перевернуть их. И он просто проверяет периодически и достает ротанов. Он из-под лунки прям что-то вытаскивает. Лунку ныряет, там фарш, куски фарша остались. И она ест их. Вот еще, получается, сорок подкормим. И ворон. Есть. Ух, заглотил. Нельзя оставить. О, я слышал крест. Стук креста. Видал, че? Офигеть, черныш. А я слышу, тыщ-тыщ, бьется по этому. А я слышу сзади, так щелк-щелк-щелк-щелк. А он поднять не может крест, он как бы тыкает. И он бьется по этому, по льду. Ты вообще черный какой-то попался. Видали? Да, прикольно. А? Летом все такие. Летом такие черные, да? Но этот, видимо, где-то заблудился. Глаза такие у него. Да. У него, смотри, какие зубы. Они прям втыкаются в кожу. Это капец просто. О, хищник-то, а. И живот, живот. Просто пузо фарша наелся с кровью. В глотке. Вот только сразу это клюнул, уже в глотку всандалил. Таким хапальником грех. Забавный товарищ. Ну у тебя как-то жирнее у тебя какие-то попадаются. Жирнее у тебя попадаются. Да. Возьму того. Ну тут поглубже чуть-чуть. У тебя пальцы лучше салом пропахли. И все в заглот, все в заглот. Опа. Глотает, а как? Представляешь?
Нашел. Обманул? Но. Ну. Ну, снова мелкий, конечно. Видимо, самый крупный, его выбили по перволезью. Да, все-таки. Самый жадный, да? Да, он который жадный, активный, он ходит, питается, жрет и много жрет, много. Так, начинаю я собирать кресты. Кресты собираются довольно-таки просто. Вот, я беру вот так вот, просто поворачиваю хренакс. Вот, и наматываю на мотовило. Чик, червя убираю. Что, классная снасть. У Ваньки подсмотрел ее. Рыбалкачинская. Вот. Нормально. О, крест сработал. Вот такая вот доска у Макса вообще. Тоже здесь крепко. Все, два гвоздя. Ну да, она более массивная. Конечно, тут ему тяжело. Карась, такие размеры. Карась от 300 хорошо поднимает. Ну, понятно. Ну, вообще весь канал. Наверное, вот этот? Блин, а он что-то не помещается в тару. Блин. А что, ну у тебя же ведёрко есть? Да, оно дырявое. Друзья, я ожидал, что мы хоть парочку-то поймаем. Я дома налил аквариум детишкам. У меня нет домашних животных, ни рыбок. Ну, а дети, конечно же, их увлечет к этому ко всему. Кошечки, собачки, все им нравится. И вот я сказал, что рыбку принесу, в аквариум бросим. И я вот взял два ротанчика, будут кормить их. Не знаю, ну тем же кусками там фарша и прочего. Вот. Ну, не знаю, сколько проживет. Вот, буду отчитываться периодически. Вот, посмотрим, выживут вообще, нет. Обалдеть, он даже не зацепился. Ребят, смотрите, какой ротанчик попался. Он даже не зацепился, он просто за край червя схватился. Вот тоже третьего возьму с собой в аквариум. Чего, сколько штук? 45, полста, вон червь торчал, полста. Главное, когда жаришь, червей достать изо рта. Да вообще. Так, полста 5, отдай. Ладно, забирай. Короче, 60. 60, пойдет. Я 3 забрал, вот, ну, вместе с этим вот. 63? Прикинь, какой клюнул. Нормально, пойдет. Вот, еще и третьего добавим. Опа. Ужасы какие-то, просто жесть. Скоро появится еще один водоем. О, природа придумала. Что, ребята, вот такой улов. Друзья, ну все, закончили мы рыбалку, собираемся, хотя можно еще ловить и ловить, он поклевывает. Ну, не знаю, мы кайф получили, вообще все отлично. Вот, кровище сработало Макса. Макса, твоя кровь работает. Обращайтесь, люди, за кровью вот к Максу. У него, смотрю, много ее еще. На всех. Короче, выдвигаюсь все к машине. Удовольствие получил, конечно, рыбалка. Ну, как я ожидал. Необычная, странная вообще. Вот это фарш, кровь. Вот эти дикие рыбы, черные там, рты эти здоровые. Короче, вообще эмоции просто обалденные. Все, на этом конец. Пока.